Здравствуйте, меня зовут Иван Константинович, я врач-невролог. Присядьте, пожалуйста, на кушеточку. Иванова Ирина Ивановна, 30 лет, правильно? Да. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Проверяю все необходимое для проведения неврологического осмотра. Все необходимое присутствует. Я обрабатываю руки гигиеническим способом. Руки обработаны. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и сколько вам лет? Иванова Ирина Ивановна, 30 лет. Ирина Ивановна, скажите, пожалуйста, где вы находитесь? В симуляционном центре Института образования имени Алмазова. Скажите, пожалуйста, какое сегодня число? 21 июля 2020 года. Приступаю к оценке менингеальных симптомов. Прилягте, пожалуйста, на кушеточку головой туда. Проверяю ригидность затылочных мышц. Ригидность затылочных мышц отсутствует. Верхний симптом Брудинского отсутствует. Проверяем симптом Кернига. Симптом Кернига отсутствует. Нижний симптом Брудинского также отсутствует. Сейчас мне нужно будет проверить еще один симптом. Я аккуратно надавлю рукой на лобковую область. Средний симптом Брудинского отсутствует. Проверяем скуловой симптом Бехтерева. Отсутствует. Пожалуйста, сядьте. Приступаем к оценке первой пары черепных нервов. Скажите, пожалуйста, как вы ощущаете запахи? Хорошо. Скажите, пожалуйста, что это за запах? Корица. Закройте, пожалуйста, глаза. Что это за запах? Кофе. Закройте, пожалуйста, одну ноздрю. Что это за запах? Корица. Закройте, пожалуйста, вторую ноздрю. Что это за запах? Кофе. Функция обонятельного нерва не нарушена. Приступаем к оценке второй пары черепных нервов. Смотрите мне, пожалуйста, на переносицу. Закрывайте ладонью правый глаз. Сейчас я буду вести молоточек. Когда он будет попадать в поле вашего зрения, вы мне будете об этом говорить. Вижу. 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 Закрывайте, пожалуйста, второй глаз. Вижу. 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 Поля зрения не ограничены. Приступаем к оценке третьей, четвертой и шестой пар черепных нервов. Смотрите, пожалуйста, на молоточек. Двигайте за ним взглядом. Движение глазных яблок в полном объеме. Продолжайте, пожалуйста, смотреть на молоточек. Конвергенция и дивергенция сохранены. Посмотрите, пожалуйста, мимо моего правого уха на угол окна. Прямая и содружественная реакции на свет сохранены. Приступаю к оценке пятой пары черепных нервов. Сейчас я буду прикасаться к вашему лицу острым предметом. Вы мне будете говорить, чувствуете или нет, остро или тупо. Чувствую остро. Чувствую остро. Одинаково с обеих сторон. Одинаково. Чувствую остро одинаково. Чувствую остро одинаково. Чувствительность на лице сохранена. Приступаем к проверке корниального рефлекса. Сейчас, пожалуйста, глазками посмотрите наверх. Корниальный рефлекс сохранен. Сейчас проверим силу жевательных мышц. Сожмите, пожалуйста, челюсти. Сила жевательных мышц сохранена. Приступаем к проверке нижнечелюстного рефлекса. Приоткройте, пожалуйста, рот немножко. Нижнечелюстной рефлекс симметричен, живой. Приступаем к оценке седьмой пары черепных нервов. Лицо симметричное.
Нахмурьте, пожалуйста, лоб. Зажмурьте, пожалуйста, глаза. Угу. Надуйте, пожалуйста, щеки. Угу. Улыбнитесь, пожалуйста, покажите зубки. Угу. Вытяните губы трубочкой. Приступаем к оценке восьмой пары черепных нервов. Пройдите, пожалуйста, в тот угол комнаты. Я встаю на расстоянии 6 метров от пациента. Повернитесь ко мне, пожалуйста, левым боком. Закройте ладонью правое ухо. Сейчас я буду называть вам шепотом различные цифры, а вы будете их громко повторять, хорошо? Да. 22, 55. 22, 55. Повернитесь, пожалуйста, теперь другим боком. Закройте левое ухо. Задача та же самая. 33, 22. Слух сохранен. Пройдите, пожалуйста, на кушетку. Приступаем к оценке 9 и 10 пар черепных нервов. Скажите, пожалуйста, и-и-и. И-и-и. Га-га-га. Га-га-га. Приступаем к оценке рефлексов. Откройте, пожалуйста, рот. Нёбный рефлекс симметричен. Глоточный рефлекс симметричен. Приступаем к оценке 11 пары черепных нервов. Поверните, пожалуйста, голову вправо и немного вверх. Угу. Сопротивляйтесь. Поверните, пожалуйста, голову влево и немного вверх. Сопротивляйтесь. Угу. Сила грудино-ключично-сосцевидных мышц сохранена. Пожмите, пожалуйста, плечами и сопротивляйтесь. Угу. Сила трапециевидных мышц сохранена. Приступаем к оценке 12 пары черепных нервов. Скажите, пожалуйста, 33-я артиллерийская бригада. 33-я артиллерийская бригада. Высуньте, пожалуйста, язык. Язык симметричный, без атрофии, фасцикуляций. Подвигайте, пожалуйста, языком из стороны в сторону. Приступаем к проверке рефлексов орального автоматизма. Вытяните, пожалуйста, руки вперед, ладонями вверх. Симптом Маринеску-Радовича отсутствует. Хватательный рефлекс отсутствует. Приступаем к оценке двигательной сферы. Вытяните, пожалуйста, руки перед собой ладонями вверх. Закройте глаза. Верхняя проба Барре отрицательна. Опустите, пожалуйста, руки. Приступаем к оценке тонуса в верхней конечности. Тонус нормальный. Приступаем к оценке силы в верхних конечностях. Вытяните, пожалуйста, руки перед собой и удерживайте. Угу. Теперь наоборот, давите вниз. Угу. Сила в сгибателях и разгибателях плеча сохранена. Прижмите, пожалуйста, предплечье к себе. А теперь давите наоборот. Угу. Сила в сгибателях и разгибателях предплечья сохранена. Вытяните, пожалуйста, руки, разогните, пожалуйста, кисти. И удерживайте. Согните, пожалуйста, кисти и удерживайте. Сила в сгибателях и разгибателях кисти сохранена. Сожмите, пожалуйста, мои пальцы. Угу, хорошо. Сделайте, пожалуйста, колечки большими указательными пальцами, как я, и удерживайте. Теперь каждым последующим пальцем. Сила в пальцах кисти сохранена. Приступаем к оценке рефлексов верхней конечности. Расслабьте, пожалуйста, руку. Бицепс-рефлексы симметричные и живые. Расслабьте, пожалуйста, руку. Трицепс-рефлексы симметричные и живые. Оцениваем карпорадиальные рефлексы. Карпорадиальные рефлексы симметричные и живые. Оцениваем патологические рефлексы. Дайте мне, пожалуйста, руку, пальчики расслабьте. Патологический рефлекс Рассалима отсутствует. Приступаем к оценке чувствительности с верхних конечностей. Я буду дотрагиваться до ваших рук острым предметом. Говорите, пожалуйста, какие будут ощущения, симметричны или нет, остро или тупо. Симметрично.
Остросимметрично. Острометрично. Остросимметрично. Остросимметрично. Приступаем к проверке тактильной чувствительности с верхних конечностей. Приступаем к оценке температурной чувствительности на верхних конечностях. Какую температуру ощущаете? Горячая. Холодная. Горячая. Холодная. Холодная. Горячая. Температурная чувствительность сохранена. Приступаем к проверке вибрационной чувствительности на верхней конечности. Пожалуйста, говорите мне, когда будете прекращать чувствовать вибрацию камертона. Вибрация все еще есть. Да. Вибрация все еще есть. Да. Вибрация все еще есть. Да. Вибрация есть. Да. Приступаем к оценке суставно-мышечного чувства с верхней конечности. Сейчас я буду брать ваш пальчик и двигать его вверх или вниз, вот таким образом. А вы будете угадывать. Закройте, пожалуйста, глаза. Куда пальчик? Вверх. Куда? Вниз. Куда? Вверх. Куда пальчик? Вверх. Куда? Вниз. Куда? Вверх. Суставно-мышечное чувство сохранено. Приступаем к оценке двигательной сферы нижней конечности. Прилягте, пожалуйста, на кушетку головой туда. Поднимите, пожалуйста, обе ноги под угол около 45 градусов, не сгибая в коленях. И держим. Нижняя проба Барре отрицательна. Опустите, пожалуйста. Приступаем к проверке тонуса нижней конечности. Сейчас ногу расслабьте. Тонус не изменен. Приступаем к проверке силы в нижних конечностях. Поднимите, пожалуйста, одну ногу. Невысоко. Угу. Удерживайте, я буду давить. Угу. А теперь наоборот. Давите вниз. Угу. И вторую. Угу. Давите вниз. Угу. Сила в сгибателях и разгибателях бедра сохранена. Согните, пожалуйста, ноги в коленях. Пяточки уприте. Я разгибаю, вы удерживаете. Прижимаете голень к себе. И наоборот, толкайте. Сила в сгибателях и разгибателях голени сохранена. Выпрямите, пожалуйста, ноги. Стопы возьмите, пожалуйста, на себя. Угу. А затем от себя. Сила в сгибателях и разгибателях стоп сохранена. Приступаем к оценке рефлексов нижней конечности. Расслабьте, пожалуйста, ноги. Коленные рефлексы живые и симметричные. Ирина Ивановна, сейчас я вас попрошу присесть и снять ваши носочки. Угу. Ложитесь обратно. Приступаем к оценке ахиллового рефлекса. Согните, пожалуйста, ногу. Ахилловые рефлексы симметричные и живые. Приступаю к оценке подошвенных рефлексов. Сейчас будет немного щекотно, попрошу вас немножко потерпеть. Подошвенные рефлексы живые и симметричные. Приступаю к оценке патологических рефлексов. Нижний рассалима отсутствует. Рефлекс Оппенгейма отсутствует. Симптом Бабинского отсутствует. Симптом Гордона отсутствует. Приступаем к оценке чувствительности с нижней конечности.
Сейчас я буду прикасаться к вашим ногам острым предметом. Вы будете говорить, симметрично прикосновение или нет, остро или тупо. Остро одинаково. Остро одинаково. Остро одинаково. Остро одинаково. Остро одинаково. Остро одинаково. Поверхностная чувствительность сохранена. Приступаем к оценке тактильной чувствительности. Чувствуем. Чувствую. Чувствую. Тактильная чувствительность сохранена. Приступаем к оценке температурной чувствительности. Какую температуру чувствуете? Горячая. Холодная. Холодная. Горячая. Горячая. Холодная. Температурная чувствительность сохранена. Приступаем к оценке вибрационной чувствительности с нижней конечности. Сообщайте мне, пожалуйста, о прекращении вибрации камертона. Вибрации прекратились. Угу. Все еще есть. Да, все еще есть. Вибрационная чувствительность сохранена. Приступаем к оценке суставно-мышечного чувства. Сейчас смотрите, я буду двигать пальчик, вот это вверх, вот это вниз. Закройте, пожалуйста, глаза и будете сообщать мне, куда двигается пальчик. Вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо. Суставно-мышечное чувство сохранено. Приступаем к проверке пяточно-коленной пробы. Закройте, пожалуйста, глаза, поднимите, пожалуйста, одну ногу вверх, пяточкой попадите в противоположное колено и проведите вниз по голени. Хорошо. Теперь наоборот, другой ногой. Хорошо. Приступаем к проверке нижнего диадохокинеза. Делайте, пожалуйста, круговые движения ногами, напоминающие езду на велосипеде. Угу, хорошо, спасибо. Приступаем к оценке брюшных рефлексов. Поднимите, пожалуйста, футболочку и приспустите штаны. Проверяем верхние брюшные рефлексы, средние и нижние. Рефлексы живые и симметричные. Сейчас проведем пробу на асинергию Бабинского. Скрестите, пожалуйста, руки на груди и сядьте из этого положения. Проба отрицательная. Опустите, пожалуйста, руки и сядьте на кушетке. Приступаем к оценке мозжечковых функций. Оценим пальцы-носовую пробу. Вытяните, пожалуйста, ручки вперед. Указательным пальцем правой руки коснитесь кончика носа. Угу. Левой. Угу. Закройте, пожалуйста, глаза. Указательным пальцем правой руки в кончик носа. Левой. Хорошо, пальцы-носовая проба удовлетворительна. Приступаем к оценке диадохокинеза верхних конечностей. Сделайте, пожалуйста, руки как я, как будто вы держите два яблока. И начинайте вращать быстро-быстро. Угу, хорошо. Проведем пробу обратного толчка Стюарта Холмса. Согните, пожалуйста, руки в локтях. Угу. Удерживайте. Угу. Проба отрицательная. Проведем пробу на дисметрию. Поднимите, пожалуйста, руки до горизонтального уровня. Угу. Опустите. Теперь закройте глаза и поднимите руки на прежний уровень. Угу. Проба отрицательная. Приступаем к оценке позы Ромберга. Встаньте, пожалуйста. Угу. Отодвиньтесь от кушеточки. Стопы вместе. Руки вперед. Угу. Не бойтесь, я вас буду контролировать. Глаза закрыты. Стоим. В позе Ромберга устойчиво. Теперь проверим тандемную ходьбу. Пройдите, пожалуйста, в левый угол. Сейчас мы с вами будем выполнять тест, который называется тандемная ходьба. Ваша задача будет пройти ко мне вот по этой линии, устанавливая пятку к носку. Вот как я вам сейчас показываю. Хорошо? Я вас буду страховать. Угу, хорошо, спасибо большое. Разворачиваемся. И несколько шагов в обратную сторону, точно так же. Угу, хорошо, спасибо большое. Пройдите, пожалуйста, к кушетке. Приступаем к проверке когнитивных функций. Тест на память. Повторите, пожалуйста, за мной три слова. Красный, бархат, церковь. Красный, бархат, церковь.
Запомните, пожалуйста, эти слова. Нарисуйте, пожалуйста, часы на круглом циферблате с цифрами и поставьте, пожалуйста, стрелки на без 15:3. Спасибо большое. Повторите, пожалуйста, три слова, которые мы с вами запоминали. Красный бархат, церковь. Ирина Ивановна, спасибо большое. Осмотр закончен. Мне нужно немного времени, чтобы заполнить медицинскую документацию. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Спасибо. Я обрабатываю руки гигиеническим способом. Руки обработаны. Спасибо. Переходите к следующей станции.